Всем доброго времени суток, вы на канале HardResetInfo, это телефон Duji X55, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить обои рабочего стола и экрана блокировки. Что мы для этого делаем? Задерживаем наш палец в любом месте экрана. После этого выбираем опцию «Обои». Мы попадаем в меню, где можем выбрать одни из стандартных обоев, а также можем перейти в список наших фотографий и выбрать фотографию оттуда. Но так как у нас сейчас фотографий нет, я выберу стандартные обои, пускай это будут такие красивые горы, и нажму на опцию «Установить как обои». После этого я могу выбрать установить обои на главный экран или же на экран блокировки, или сразу на оба экрана. Я установлю обои сразу на оба экрана. Проверим, сработало ли на экране блокировки. И вот, как мы видим, обои изменились во всех местах. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!